Всем здорово, друзья, вы на канале Мысля Геймица. Сегодня, так сказать, я хотел начать стрим, но перед стримом зашла мама с папой, и вот это они собрали с огорода и сказали протестировать, так сказать, на вкус. Ну, помидоры, естественно, будет вкусно, а вот это вижу первый раз. Это физалис. Не, я положу. Физалис и помидорки черри. Прикол в том, что мама это вырастила сама в теплице. Давай, садись в этот космический аппарат, ты сейчас скушаешь эту штуку, и тебя шандарахнет, да, и ты сразу в эфир начнешь. В общем, вот такие вот оранжевые здесь ягодки. Давай, открой сначала, покажи, что это такое. Это специально для видеоблогеров, стримеров, давай, открывай. Вот это капсула, вы берете вот так вот за две стороны, раскрываете аккуратненько. И вот тут выдавливайте. Нет, ты переверни, вот. Не отрывай, переверни листик, ага. Как на палочке получится. Да, и вниз сделай. И вниз сделай. Сейчас. Да, вот. Ну, просто оторви и вниз, да. И пусть она, да, вот, и за эту штучку держи. Еще вниз сделай, вниз. Вот так, да. Держи. Да, еще ниже. Вот. И под этот держишь, вот, отпускай. А, вот так? Да. Вот. А, это такая схема, это рукоятка. Да. Вот, короче, вот такая штука. Ты сейчас просто... Эдвин попробует и скажет, что это такое. Физалис, короче. На что это похоже? Это да. Полосу можно есть, да? Да. Ну да, да. Это ягода. Дизданчик. Вы серьезно? Ребята, я сразу почувствовал сок. Этот, манговый какой-нибудь. Ну вот что есть, какие ароматы, вкуса, что? Смотрите, здесь вообще мультифрукт. Когда вы, получается, начинаете его, ну, довесить, выходит прям сочный сок. Он сначала похож на как раз-таки сок этот манго, или же, я не знаю, что еще может быть. В общем, что-то такое фруктовое какое-то. Сразу чувствуется, знаете, как будто вы на пляже. Вкус, короче, офигенный. А в конце уже идет как бы вкус ягоды. Сейчас еще раз попробую, не понял. Офигеть. А в конце? Нежданчик, да, что так вкусно? Что-то как будто бы... Не говори, не пускай сам подумать, что вообще для него. Вот просто не... А в конце горох. Да, возможно. Да. А вот закрой глаза вот так, вот закрытыми глазами, и просто представь то, что это даже не фрукт, а вот что ты такое сейчас. Ел. Да, вот что... Ел? Да. Вот как будто просто ты что-то ешь. Что похоже? Ну, что первое приходит? Горох. Вот, типа, по вкусу сок, а по... Как будто ощущению... перемешку все, да? Много разных. А есть такое ощущение, что это как выпечка какая-то? Потому что я что-то не то пробовал. Пирожина. Как будто пироженка какая-то еще, нет? Чуть-чуть такого есть такое? Не, я чувствую горох в конце. А в начале сок манговый, а по ощущениям, то есть по форме, это как горох, просто вот горох. Ну, по форме понятно, что круглое, как горох. Так, сейчас, ладно, давай так дальше. Клубника. Помидорка черри. Клубника нет такого, чуть-чуть клубничного? Все вместе как будто, вот. Что это вот такая что ягода, все, что в мысли придет, да, ближайшее. Так, это наши помидорки, вот, в теплице, которую мы сами вырастили. Очень вкусно. Супер. А теперь попробуй вот ту ягодку. Она очень получается похожа на помидор тоже. Да? Вот сейчас попробуй. Есть вкус мне помидорки? Кажется, знаешь, о чем ты подумаешь, что этот вкус? Давай, сейчас помидор. Есть вкус помидорки? Сейчас помидор. А теперь, да? Знаешь, попробуй этот, представь, что это тортик. Этот, пирожное. Пирожное? Да, вот с закрытыми глазами. С клубникой. Пирожное с клубникой. Угу. Есть такое? Да, ё-моё, реально серьезно, я не вру. Меняется вкус. Ты о чем думаешь, что ты ешь? Это специальная ягода. Просто о чем подумал. Вот я ел, думал, это как помидорка. Тут же как будто выпечка какая-то. Хорошо, я сейчас хочу малину. Не, сейчас клубника. Не малина. Ну вот как будто клубника, да, еще присутствует. Ну вообще крутая штука, да? Блин, ты знаешь? Вот это... такие коробочки, да, и внутри вот.
открываете. Там... Я говорю, капсула из будущего. Ягодки фея. Странные. Ягоды фея. Да. Вот, две ягодки. А попробую тогда вот такие штучки и помидорку. А вместе вот. Да, маленькую помидорку, давай, маленькую помидорку. И вот эти штучки, да, пару штучек перемешай. Микс витамин, вот как раз они и помогают для здоровья. Я больше помидор чувствую. Но больше всего сбивает вкус. Помидор сбивает. Ну, если это по отдельности... Эдвина, нету такого, вот смотри, вот обычно, когда помидор кушаешь, язык щиплет, а тут вот щиплет. Тут нет, тут вообще, тут как бы ты как сладкий помидор кушаешь. Нету дискомфорта, да, такого? Вообще ничего нет, просто ты ешь сладкий вкусный помидорчик со своего огорода. Да. Блин, вот эти, знаешь что, может из этих соки делают? Это добавляет их в физалис на тарты, в коктейли всякие, в баре их очень часто используют. А, для этого вкуса, да? Да. Блин, ну вот это вот офигенная тема, если честно. Физалис? Угу. Фодиано. Что это? Вот он. Вот смотри, зелененький, наверное, больше на помидоры будет вкус. Да. А который... это более яркий такой вкус. Это более фруктовые какие-то. Какой-то маленькие помидорки. Вот это самый такой яркий вкус будет, да? Манго. А ну-ка, а если прям вот недозрело, то это же недозрело, да, получается? Тут помидор прям жесткий. И еще кислый какой-то сильно. Прям сильно. Сейчас вообще горох. Ну. Они вкусные, когда уже желтые. Да, и большие. Да. Это помидор. Они вот так вот растут. Короче, на зеленый это помидор кислый. Падают какой-то вот на землю. Вот собираешь, и вот можно кушать. Они там все на земле лежат, надо собрать. Ну, вообще офигенная штука, да? Я сок выпил прям, все, не нуждаюсь в жазе. В жазе. Жажда. Ну вот, кушай помидорки. Да нет, съешь, Эдвин. Чтобы эти, для витаминов. Да ну все равно, вот сейчас эфир идет, пускай помидорки кушают. Эдвин оценил, несмотря на то, что он немножко прибаливает, да? А, это еще то, что я вкус еще не совсем чувствую. Да. Рецепторы могут, да. Рецепторы у тебя еще, да. Ладно, все. А это мои спасательные штучки. Мы не будем рекламировать. Да. Все, у Эдвина сейчас эфир будет идти, да? Угу, по Fortnite. Так что можете пожелать удачи в комментариях, а я погнал делать прямой эфир. И, кстати, несмотря на то, что я болею, все равно делаю эфир. Все, давайте.